Parce que Я решила открыть ça fait 7 ans здесь que je viens à casa пекарню, en потому vacances что et вот уже 7 mes лет я amis приезжаю в Россию, и каждый pas раз le мне pain blanc, все мои новые друзья и знакомые говорят, что они хотели бы, очень хотели есть именно французский хлеб, потому что российский хлеб на следующий день уже не так уж и съедобен. Черный хлеб еще ничего, но белый хлеб это что-то ужасное. Donc j'ai 46 ans, j'ai été policier Мне en 46 France лет, я 25 лет был полицейским во Франции, и в один прекрасный день я понял, что уже больше не могу быть полицейским, потому что я не могу выполнить свою работу так, как нужно это делать, и я решил переехать в Россию, потому что здесь чувствую себя хорошо, потому что здесь я могу делать то, что мне хочется делать, воплощать мои замыслы в жизни. И мы можем делать много чего. Мы свободны делать все, что хотим.